Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Во время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Ну, позвольте, мама. Молчи! Уж не болело бы у меня сердце, я бы за молодечество за какое-нибудь. Ну, растрать ты деньги, козёл. Проиграй в карты, все пьешь. Меня сжигало одно. Чистолюбие. Моей целью было стать главным капельмейстером и братского двора вместо Джузеппе Бонно. Ему 70 лет, но, очевидно, он бессмертен. Ну вот тебе результат. Ты не в курсе наших последних римских событий. Но я все прощаю своему учителю. Значит, объясняю. Помнишь, в детстве у горящего камелька ты мне рассказал про все эти превращения, эти метаморфозы, которые так любили устраивать наши великие боги. Папа, вот и мы. Идут годы, идут десятилетия работы в театре. Меняются времена. Но самым главным для меня всегда было, что искусство театра – искусство правды, цель которого – достучаться до совести зрителя. Вот если это театру удается, тогда это высокая миссия этого вида искусства – тогда она выполняется. Здравствуйте. Сейчас начнем. Каждый занял свое место. Тишина полная. Готовы, да? И давайте начнем. Лесов все меньше и меньше. Сохнут реки. Дичь перевелась. Климат испорчен. И с каждым днем деревья становятся все беднее и безобразнее. Ты смотришь на меня с иронией, и все, что я говорю, тебе кажется несерьезным. Вы знаете, вот в первом монологе вы хорошо очень нашли, что нет монолога. Что кончается какая-то мысль, и вроде и вы, и не вы будете говорить, я жду кого-то другого, а вдруг вы опять продолжаете это делать живым, понимаете, все, чтобы я не ощущал у артиста монолог. А сейчас вы немножко в это попадаете. Нет, света, от которой никому не светло. И все, и больше у вас ничего нет. А мысль идет дальше, все молчат, и опять вы не можете остановиться. Вот так это прочиталось. Ну, есть ощущение, что я вроде как... замедляю здесь. Поэтому... Нет, я слежу за этим как раз. Этот процесс-то мне интересен. А когда, наоборот, идет беспрерывное словоговорение, тогда мне становится обратное здесь момент. Если я с вами вместе
мыслю и думаю мне интереснее, чем когда вы подряд говорите. Как это ни странно. Это у артистов часто бывает такое заблуждение. Объясню просто почему. Что была для вас в третьем акте, это полная неожиданность. А так это будет подготовлено для вас. Все невыгодно. Значит, он сел на своего конька. Да, вот. Надо сажать леса. Леса, да. Тоже мы это слышали. Это как такое же отношение. Его ирония по существу. По существу. А его воспринимает как вежливую беседу. Только так. Мне кажется, это выгоднее. Просто для этого... Знаю. Да, он не воспринимает то, что мы читаем. Понимаете, вы по существу слушаете то, что он говорит, эту его теорию, которую того, вы хорошо знаете. Для того, чтобы человек был счастливым, надо сажать. Совершенно верно, совершенно верно. Это тупая, бессмысленная жизнь. Вот мне кажется, что ненавидел Чехов всей своей душой. Все творчество, но только эта пьеса его посвящена именно этому. Он, любя их, ненавидит эту жизнь, которая их породила, понимаете, и где они захлебываются в этом неравном поединке, где они все обречены. Вот, мне кажется, в чем, так сказать, особенность пьесы. Поэтому тут нет, мне кажется, противоречия, понимаете. И пускай философствуют, как хотят, лишь бы летели. Смысл? Вот снег идет, какой смысл? Мне кажется, человек должен быть верующим. Или должен искать веры. Иначе жизнь его пуста. Просто. Пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят. Для чего дети родятся. Для чего звезды на небе. Или знать, для чего живешь. Или же все пустяки. Трен-трава. Все-таки жалко, что молодость прошла. Вы что вы тут не говорите, как вы здесь не философствуете, а все дело в том, что жизнь проходит. Вот и все. Вы знаете, я работала с целым рядом очень хороших крупных режиссеров. Но по тому творческому состоянию, которое было на репетицию Георгия Александровича, аналогов у меня нет. Он непосредственен на репетиции. Всегда ощущаешь не потому, как он говорит, а как он слушает, туда или не туда. Это очень такая мощнейший посыл, импульс, который ощущаешь во время репетиции и который очень помогает. Я не знаю, может быть, кому-то его отношение казалось жестоким или жестким. Я этого никогда не замечала. И до сих пор тоскую. Так что 50 лет я вот выхожу на эту святую сцену. Вот здесь работали потрясающие актеры. Я видел здесь и Николая Федоровича Монахова. И мне посчастливилось играть с Александром Ивановичем Лариком, Василием Яковлевичем Сафроновым, одним из первых основателей. Кстати говоря, он первый произнес реплику в Дон Карлосе, открывая этот театр 15 января 19 года. Еленой Маврикиной Грановской, Ольги Ольны Казиковой, Виталий Павловичем Полицеймаком, многими-многими другими. Менялись главные режиссеры как перчатки, уходили, приходили, обещаний своих не выполняли, кто-то творческий, кто-то уходил навсегда. И положение в театре было очень плачевное. Было такое, знаете, вече из художественного совета, что никогда не приносит никакой пользы в театре для, в плане руководства художественным коллективом театра. Ну и вдруг пришел, вот мы знали, такой приехал из Грузии, молодой человек, довольно худенький, в больших очках. Ну, мы его где-то когда-то видели на спектакле, потому что мы ходили в Ленинский комсомол, где он был главным режиссером. Вот, и вдруг он пришел к нам. Говорят, что его назначают к нам. Должен вам сказать, что я опять явился таким, знаете, человеком,
Потому что я вышел и решил, значит, призвать труппу, чтобы она не съедала больше главных режиссеров. Я просто вышел и решил крикнуть такой клич труппе. Я говорю: товарищи, коллеги, ну давайте будем терпимыми, ну не съедайте вновь пришедшего. Давайте потерпим, узнаем, что он из себя представляет. И вдруг я вижу, значит, поднимает руку, кто был председателем, значит, я не знаю, кто вел это собрание, Георгий Александрович, он вышел. Сказал: прежде всего, должен доложить, что я не съедобен, понимаете? И вот он эту фразу сказал: он несъедобен, он действительно оказался несъедобным. Несъедобным, потому что жизнь пошла у нас совершенно другая. Я решил уйти из театра. Принес заявление об уходе. Меня вызвал Товстоногов, прочитал мое заявление и сказал, что в моих правилах никого не задерживать. Я никого никогда не задерживаю, кто от меня хочет уйти. Но давайте договоримся так. Да, он сказал, что мне предстоит там уволить 17 человек из театра, и своим заявлением вы облегчаете мне задачу на одну единицу. Но, говорит, в данном случае я хочу изменить свои правила. Давайте договоримся так. Год вы работаете в Большом драматическом. Если вас не устраивает, я вам даю слово, что вы будете безоговорочно сразу отпущены. Ну, так мы и договорились. И вот этот год длится 33-й год. Почти 30 лет, 29 лет я работаю в театре, которым руководит Георгий Александрович. Были у меня и провалы страшные, после которых не хотелось работать. Вот я помню, однажды я твердо решил, что я должен ехать в Москву обратно отсюда, потому что в Москве там родители, и родня, и квартира, и все. А тут пока еще никаких особых благ, это громко сказано, не было. Да и в театре ничего не получалось. Если были роли, то неинтересные. Если, а в основном маленькие, несколько фраз. А если большие, то мне казалось, что они, в них ничего не заложено. И, выходя на сцену, я чувствовал себя лишним. Ну, вот однажды я сижу тут в коридоре у нас вот там. И вот, вот обуян такими мыслями. И вдруг на встречу Товстоногов идет. Вдруг он мне говорит: Олег, мне кажется, что вы собираетесь уйти из театра. Я прошу вас этого не делать, вы мне очень нужны. Я убежден, что в то время, когда я был совсем молодым начинающим актером, не думаю, что я был уж так нужен Товстоногову. Этот его шаг был продиктован пониманием того, что происходит со мной. И вот, сказав такую фразу, что я ему нужен, он вселил у меня безумную надежду и радость. Раз я нужен Товстоногову, даже в таком качестве, о-о-о, что я ему покажу потом, когда он мне даст настоящую большую роль, сколько во мне сил, эти силы проснулись. Я выбрал вот себе неизвестного режиссера. Его никто не знал, и я выиграл. Вот это, мне кажется, самое важное – найти своего режиссера. Я это всегда сравниваю как муж и жена. Режиссер и актер. Муж с женой могут долго прожить и не знать, что у них идеальная такая, такие идеальные взаимоотношения. Нет, они за эту жизнь, а мы вот с ним уже мы уже работаем вот, значит, сколько? Тоже 40 лет с Гогой. Ну подождите, подождите, скоро я вас всех освобожу. Я изнемогаю. Недолго мне осталось еще тянуть. Я изнемогаю, Бога ради. Что? Молчи. Что-то нарушаешь. Благодаря мне все изнемогли. Нет, Наташенька, это очень мало. Вы должны накапливать так, чтобы я видел, как вы себя сдерживаете. А идет по верху, по плоскости. Секрет не в фразе, как ее сказать, а как к ней прийти через паузу и от того, как вы слушаете его. Ведь он, вот правильно Евгений Алексеевич говорит, понимаете, что он открывает вам все то, что вы действительно не допускаете даже до мысли, понимаете, а он это говорит прямым текстом, и вы чувствуете, что это так и есть, понимаете, и от этого у вас возникает протест, и на этом идет конфликт, понимаете. Поэтому вот ваши эти хождения, они сейчас просто пережидание реплик. Да. А нужно набирать. Я должен про них сказать. Скучают. Да. Губят свою молодость. Да, это в том, как вы вот молчите. Как это вот скучают, ходят. Да, вот про это я говорю. Да. Губят свою молодость. Да, вот.
Смотрите, она как, знаете, вот вам приходилось в зоопарке видеть, как вот такие какие-то пантеры ходят по клетке. Вот, вот что происходит с вами. Молодое животное, которое полное сил загнали вот в эти четыре стенки, и некуда деться ей. Как она монотонно ходит, ходит. Вот нечто подобное с вами происходит. А он это наблюдает, и как умный человек раскрывает, что с вами делается. И от этого еще тягостнее. Если бы эта пантера понимала, ей бы кто-нибудь говорил, что на волю хочешь, да? В степи хочешь побежать, да? Что бы с ней делалось? Общего между профессиями дирижера и режиссера. Общего, конечно, очень много, но есть и различия. Различия хотя бы в том, что дирижер постоянно присутствует на сцене и может корректировать результат своего труда, умственного, эмоционального и так далее. А режиссер, он находится в лучшем случае в зале. Но искусство Георгия Александровича таково, что он всегда присутствует на сцене. Мне запомнилась такая фраза. Георгий Александрович мне говорит: как это у вас так получается? Вот что они вам так верят. Я вижу, что они вам верят. Я говорю: вы понимаете, Георгий Александрович, в общем, я стараюсь, наверное, добиваться того же, что стараетесь добиваться вы. Правды. Правды в искусстве, правды в поведении. Правда, она очень объемна. Он говорит: вот то же самое я своим актерам говорю. Мы столько врем в жизни, что нужно хоть на сцене говорить правду. Труппа БДТ очень крепко спаяна, необыкновенно заварена. Вот в тот самый период, когда Товстоногов пришел в театр, собрал вокруг себя группу единомышленников. И вот эта группа, она так спаяна, так круто, так сказать, завязана, что туда очень непросто было проникнуть, там почти не было люфт-пауз, в который можно было бы проникнуть. И должна сказать, что даже до сих пор, несмотря на то, что я вроде я уже привыкла, адаптировалась здесь, и вот это мой стол, вот эту комнату, в которой я гримируюсь, все вроде замечательно, и мне знакомы уже эти ступени, по которым надо бежать на сцену, потому что я могу даже в потьмах пробежать. Тем не менее, ощущение где-то там, вот в подсознании, ощущение того, что я новичок, оно продолжает присутствовать. Я исповедую, если пользоваться политическими терминами, принцип добровольной диктатуры. Я подчеркиваю слово «добровольной». Диктатуры, построенные не на власти, не на страхе, а построенные на доверии, уважении и заразительности. Режиссер обязан увлечь артиста. Владимир Иванович Немирович Данченко сказал, что режиссер должен быть сам прирожденным артистом и любить артиста. Без этого нет режиссера. Вот эта любовь к артисту определяет так называемую деспотию. Если существует любовь, то никакая деспотия не может присутствовать. Присутствует, должно присутствовать. Истинная заразительность. Когда мы сотворяем некий художественный заговор, каждая постановка – это некий художественный заговор, как покушались на царя, скажем, понимаете? Где роль каждого от лидера, который это задумал, каждого участника, который выполняет ту или иную часть этой программы, независимо от той функции, которую он в театре выполняет. Я старался это воспитать за эти 30 лет в театре. И мне кажется, что я многого достиг в том смысле, что у нас любой радист,
не говоря о заведующем этим цехом, любой осветитель, я не могу сейчас перечислить всех, но они все себя чувствуют участниками этого заговора, не исполнителями, не подчиненными. Они участники художественного заговора. Вот это ощущение предательства перед своей профессией, которую я совершила, которая не имела ни малейших причин других. Это была просто моя личная жизнь, поэтому я уехала из Ленинграда, оказалась в Москве. Но все равно по отношению к моей профессии, с моей стороны, было совершено предательство. И я очень долгие годы за него платила. За это невольное предательство. За то, что я поставила свою личную жизнь почти наравне с театром. А так делать нельзя. Нужно подчинять. Я не сумела подчинить это. Поэтому ностальгическое чувство по работе в Большом драматическом театре, оно во мне живо, и у меня нет ощущений прошедших 22 лет. Мне все время кажется, что это было вчера, потому что состояние вины и боли, оно во мне до сих пор. Когда я вхожу в этот театр, когда я его вижу даже с другой стороны Фонтанки, я думаю о том часто, а может быть каждый раз, что здесь удивительно точные объемы театральные, архитектурные. Зеркало сцены, зрительного зала, кулис, гримерных. Для меня это навсегда самые лучшие объемы из всех театральных зданий, которые я когда-либо видел, где бы то ни было. 20 лет в этом театре – это не часть жизни, это вся жизнь. И целая жизнь, начавшаяся здесь и закончившаяся здесь. Большой драматический театр умел, всегда умел касаться очень простых человеческих вещей и от них взлетать к большим проблемам. Не зависать в области символов, а чувствовать их, чувствовать, что есть нечто высокое, идеальное, и вместе с тем очень твердо стоять на простых вещах. А насчет веры, Парфен? Насчет веры я на днях одну встречу имел. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне. Купи, барин, крест. За 2 гривны отдам, серебряный. И точно, в руках у него крест. И видно только, что с себя его снял. Только не серебряный, а настоящий оловянный. С первого взгляда видно. Я вынул 2 гривны и отдал ему. Крест тут же на себя надел. И по лицу солдата было видно, как он был доволен, что надул глупого барина. Значит, я достаточно красив для того, чтобы защищать твой дом, и чересчур уродлив, чтобы меня могла полюбить женщина. Ксан, пойди и выпей море. А вы заметили, как у нас на Руси не любят образованных? Просто какую-то злобу питают. А у вас в рабочей партии, я смотрю, много интеллигентов. Это хорошо. А вот интересно, что вы после революции с интеллигенцией сделаете? Между прочим, ты замечал, Сережа, когда кто-то из близких уходит из жизни, в сердце образуется невосполнимая пустота. Никем и ничем. Им принадлежащее место. Знаю. Я ведь главным образом из-за тебя, дурака, приехал. Думал, сосет, переживает, жить мешает. Эдакая тень на ясный день. Сережа. Тебе почему у меня рождается папа? Лёг, говорить-то не о чем сразу. Так вот я и говорю, до этого не будем.
Для меня дорог артист, который, обладая чувством органической правды, это как музыкант без слуха не может быть музыкантом, который обладает интеллектом и гражданственностью, чтобы он мог разделить и увлечься режиссерским замыслом, и в-третьих, обладал бы этим даром, я бы сказал, импровизации. Вот это те три составные элемента, без которых я не мыслю подлинного артиста. Улыбка – очень сильное оружие артистического труда, ремесла, профессии, как хотите. Вы растрачиваете их попусту, эти улыбки, понимаете? Улыбнуться нужно вот только здесь. Тогда это что-то произошло, понимаете, вот это сближение и все. Вы улыбаетесь почему-то раньше срока, вы начинаете улыбаться. Какие основания? Ну, просто никаких, понимаете? Вот когда уже сближение дошло до брудершафта, вот тогда мы, понимаете? А вы до этого растратили так, что когда это сближение происходит, уже нечем его выражать? Ты должен быть в форме, в полной самоотдаче. Все, что у тебя есть. Может быть, мы в силу своего таланта. У другого больше, у меня меньше, там, понимаете? Но все, что требовалось вот сегодня, как первый раз или как последний раз, нам комплименты говорили такие, да, и мне в том числе, это очень приятно. Я не хвастаюсь, поэтому говорили, он играет как последний раз или как, понимаете, что он умереть хочет. Это понимаете, это потому что так, это требование мастера. Пожалуйста, пожалуйста, да. Начинайте. Софья. Что? Давайте выпьем брудершафт. Давайте. Раз. Ну? Значит, ты... Наоборот, раз это произошло, то теперь поток пошел откровенности в глаза, и уже никаких границ нету. Никаких границ уже нет. Зачем вы придумываете себе обстоятельства, которые вам затрудняют жизнь, а не облегчают? Я не понимаю даже. Откуда? Почему нужно брать прошлое? Тогда не было бы этой сцены, которая не ликвидировала бы всех прежних ваших отношений. Для этого вся эта история и есть у Чехова. А вы все-таки хотите тянуть опять то. Несмотря на это, Миш, вам опять трудно. И что такое ритм? Это высота напряжения существования в обстоятельствах этих, понимаете? Можно существовать по логике вот так вот, понимаете? А можно ведь так в этом существовать, когда невозможно не сказать, понимаете? А можно так это сказать, тоже невозможно не сказать. Вот так сказать, вот этой высоты внутренней жизни, понимаете, все время мне у вас нехватка. Вот мы первый акт на этом закончили, что не хватало этого ритма. Понимаете? А вы себя не пускаете, я вам говорил, вы должны себя пустить, чтобы я вам сказал, ну, Наташа, это вы уж перебрали. А я все время вам беспрерывно, вы чувствуете, как монотонно я вам говорю, мне все время не хватает. Ну так пробуйте, мне уже сейчас мы для этого же собрались. Пробуйте, поднимитесь, чтобы я вам сказал, это вы пережимаете, здесь нужно мягче. Я все время, мне нехватка активности внутренней вашего существования. Все время недобор. Артисты мой материал, ведь писателя материал бумага, карандаш, у художника холст и краски, а у меня люди, самое сложное, что может быть. А я сам такой же человек, как они, понимаете? Я, ничто человеческое мне не чуждо. Мне иногда приходится говорить горькие слова артисту, но никто не знает, что мне это тяжело и что я не могу этого показать, понимаете? А иногда я не сплю ночью. Иногда мне приходится сказать артисту, что мы с вами расстаемся, а он мне говорит, что ну, мне нечем кормить моего ребенка. И я иду на компромисс и понимаю, что с одной стороны я человечески, наверное, поступил гуманно и справедливо, а с точки зрения дела я нанес ему зло, делу, понимаете? И это противоречие меня всегда мучает. Если я просто, так сказать, железно иду, так сказать, своим путем, тогда было бы все проще. Но мне не свойственно это, понимаете? И самые простые человеческие чувства владеют мною, как всяким, понимаете? Он бывает одинок. Очень часто, очень часто.
И поэтому то, о чем я сейчас говорю, хотя я сейчас уже делюсь вроде со всем миром, а по существу это где-то внутри, в душе, и это, конечно, очень усложняет жизнь. Очень усложняет жизнь. Вот, и... А с другой стороны, я думаю, если нет подлинного чувства добра, то и в искусстве ничего не сделаешь. Понимаете, ничего не сделаешь. Никакой гуманной мысли. Вот я говорил о том, что нужно прикоснуться к совести человеческой. Для этого нужно быть просто самым обыкновенным человеком. Без этого ничего и не сделаешь. Для этого не нужно быть титаном, монументом. Для этого нужно быть просто человеком. Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал, а теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас, это цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты, это краска высоты, в этот голубой раствор погружен в земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий негустой иней над моей плитой, это сизый зимний дым мглы над именем моим. У меня была сбросирована отец в 1937 году. Меня исключили из института, как сына врага народа. Потом Сталин сказал, что дети за отцов не отвечают, и меня восстановили обратно. Как сегодня я понимаю, так я понимаю, это в 37-м году понимал. Мне ничего не изменилось в оценке этих событий. Мне было все ясно тогда. Но я к 70-летию Сталина поставил спектакль «Из искры» о молодом Сталине. К 70-летию Сталина нам приказали. И поставил спектакль, получил сталинскую премию. Но Булгаков тоже написал пьесу «Батуми» о молодом Сталине. Булгаков. Очевидно, он то же самое подкладывал, что я для себя. Ну а как же, когда было приказано о Сталине играть 70-летию спектакля? Как я могу, если я не выполняю, меня снимают? Тирания такая была, при которой об этом говорить не приходится. Я считаю, что мы какое-то сталинское племя. Потому что нас научили такой бдительности следить друг за другом и во всем видеть и находить врагов. Поэтому... В спичечной коробке там искали, нет ли чего. Это же просто уже, как это сказать, это абсурдизм полный. Потому что до абсурда доведен человеческий мозг. Короче говоря, сообщили, что умер Брежнев. Мы были в Братиславе. А мы играть должны спектакль «Истории лошади». И кому-то в голову пришло из наших же, вот в нашем театре, что этот спектакль играть нельзя. Почему? Окончается там словами. И это обрюзшее, старое, никому не нужное тело положили в гроб, в мундир, в новые все это, вот, с новыми кисточками и так вот это вот. Это же сейчас может восприниматься как Брежнев. Вы понимаете, кому в голову? Разве Толстой писал об этом? Но это же так. И тогда началась как бы наша партийная организация. Действительно, нельзя. Нет, нельзя. Тогда пошли к консулу.
А консул, когда услышал, перепугался и говорит, ни в коем случае, ни в коем случае не играть спектакль. Как? Нет, спектакль будет, спектакль должен быть. И играли спектакль. И я помню, когда Басилашвили говорил последний этот текст, он это говорил со страхом. Вот этот страх, он живет. Эти тормоза, они живучие очень. Все думают, что Георгий Александрович член партии. Он беспартийный. Но он по своей вот убежденности, что ли, понимаете? Потому что он делает, он как член партии. Вот так вот. Самое неприятное, когда ты достиг истинного, и тут тебя встречают препятствия не по существу. Скажем, я ставлю спектакль о Нероне и Сенеке. Я привожу просто один из многочисленных примеров. Естественно, что за этим стоит ассоциация с культом Сталина. И вдруг мне один из руководящих товарищей говорит, не слишком ли много ассоциаций? Не понимая, что ассоциация – это природа театрального искусства. Без ассоциации нет театра. И именно эту задачу мы ставили перед собой. И именно по этому месту нас били. Беда! Да я ему сейчас ударю. Дай я ему! Здесь он ее удержал не тем, что на нее наступал, а как бы сам прикидывает, что же это было. Тогда она не сможет уйти. А так получается, что вы ее в чем-то уговариваете. А вы сказали, уезжайте. Но что это было? И анализируете это как бы независимо от нее. Этим вы ее держите, понимаете? А не прямым уговором. Сейчас немножко вы ее убеждаете. Не нужно. А вы разберитесь во всем этом хаосе, который произошел за три акта. Тогда вы, вот тогда вы будете весь в нем. Понимаете? Ну, вот и прекрасно. Желаю вам всего хорошего. Хоть порыв завоевал ее, уже хорошо. Понимаешь, она не могла уехать, не поцеловавшись с ним на прощание. Вот это, понимаете? А потом уже финита ли комедия действительно, уже когда она уезжает. А сейчас он делает вид, что финита, она еще не финита. У Чехова не бывает так, что впрямую, понимаете? Он всегда это оставляет друг по другу. В этом его гений. Здесь должен быть как в хорошем американском сексуальном фильме поцелуй. Это мы сделаем. Уезжайте, уезжайте. Если лошади подали, то отправляйтесь. Сюда идут, кажется. Что вы говорите, если... Сюда идут, кажется. Да, и сами уходите и приедете, Славка. Сюда идут, кажется. Это уже не от меня зависит, да. Финита! Вот видите, вот тут финита подлинная. Вот. Наташа, вы поняли логику сцены? А? Смелее надо делать, голубчик. Смелее надо делать. Еще, пожалуй, самое важное. Это атмосфера. Атмосфера, которую умеет создать Георгий Александрович буквально с того момента, как раздвигается занавес в театре. Ведь люди, усталые люди, как у Блока. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И людям казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели.
Вот с таким чувством приходит человек в театр. Он ждет чуда, он ждет другой жизни. И мгновение вот это, когда открывается занавес и начинается какой-то спектакль, это всегда фантастически продумано у Георгия Александровича. Человек сразу попадает в атмосферу. Он сразу чувствует, что он попадает в театр. Удержите что его! Тебя? Удержите его! Он сошел с ума! Удержите его! Он сошел! Господи! Бац! О. Не попал? Опять промах. А, черт! Черт! Черт бы побрал! Увезите меня отсюда! Увезите, увезите! Здесь оставаться нужно! Я не буду ханжить, каждого режиссера всегда радуют аплодисменты, реакции зрительного зала, когда он реагирует смехом или аплодисментами в процессе спектакля. Но я, тем не менее, ничуть не уклоняюсь от правды, говоря, что для меня самые главные минуты спектакля – это сосредоточенные тишины, когда я чувствую, что в зрительном зале идет работа воображения зрителя. Когда разбужено его воображение, и он живет вот в том законе, в мире тех ассоциаций, которые возбуждает это произведение и связывает с сегодняшним днем, которым сейчас живет зрительный зал. Вот это для меня самое дорогое. Переменять легко. Вот возьму всю мебель и поставлю вверх ногами. Вот тебе и перемена. Над черной слякотью дороги не поднимается туман. Везут, покряхтывая дроги, мой полинялый балаган. Лицо дневное Арлекино еще бледнее, чем лик Пьеро. И в угол прячет Коломбина лохмотья, шитые пестро. Тащитесь, траурные клячи, актеры, прах ремесло, чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. В тайник души проникла плесень, но надо плакать, петь, идти, чтобы в рай моих заморских песен открылись торные пути. Задержать бы время, продлить бы еще несколько годочков, понимаете, чтобы мы были здоровы все. Вот коллектив у нас, должен вам сказать, здоровый. У меня только одна претензия. Стареем быстро, понимаете, и Георгий Александрович тоже. И здоровый он, потому что основа заложена хорошая. Основа. Основа отношения к творчеству. А отношение к творчеству – это где? Товстанов. Мы с ним почти одногодки, на полтора года старше он меня, понимаете? И сейчас тоже не имеет значения. Это раньше было заметно, а сейчас уже одни болезни, один дом, и одни врачи стали. Так долго вместе прожили, что снег... Коль выпадет, то думалось навеки. Казалось, что все это никогда не кончится. Казалось, что есть бессмертие, что жизнь бесконечна. И тогда еще строчки. Но створки не распахивались врозь,
И мы прошли их, видимо, насквозь. И черным ходом в будущее вышли. И вот сегодня, проработав более 3 десятилетий в Большом драматическом театре, я должен с грустью сказать, что сам теперь принадлежу к тому уходящему поколению, и будущее театра зависит именно от того, как новый лидер и новый творческий коллектив будет справляться с теми же высокими задачами, которые ставили мы перед собой, и как они будут решаться. Часто спрашивают, а кто вот вас приемник? Я думаю, что вот вспоминая Владимира Ивановича, который сказал, что должен у нового поколения открыться новый лидер, вот я думаю, что так оно должно и быть. Сегодня воспитать внутри театра преемника вещь невозможная. Он должен возникнуть таким образом, чтобы он реализовал вот те задачи, которые стоят перед театром, и чтобы за ним пошел коллектив. А воспитать преемника не удалось ни Станиславскому, ни Немировичу, ни Мерхольду, ни Таирову, никому. Можете вы назвать мне преемников этих великих мастеров театра? Нет. И это естественно. Не потому, что они этим не занимались, не пренебрегали, а потому, что это художественно невозможно. Я просто хочу верить, что такой лидер возникнет, и что после моего ухода театр будет жить, продолжать существовать и быть художественным организмом, который отвечает потребностям нашего общества. Любите театр, как люблю его я, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому способна только пылкая молодость. Театр — это храм, это подлинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, забываете о житейских отношениях. Здесь ваше холодное «я» исчезает, растворяется в пламенном эфире любви. Ступайте. Ступайте в театр. Живите и умрите в нем.